пройдет с кипарадом, писал Андрей Битов в своем рассказе «Дверь». А может, она уже вошла и поднялась на третий этаж? Ей открыли дверь, и она вошла в квартиру. Вдруг она опоздала и решила, что он не станет ждать ее так долго, и она уже там. А как же он? Но может, она подумала, что он сам зайдет туда, и сейчас ждет его там, на третьем этаже. Но как же ему туда зайти, если он был там всего один раз, и тогда все эти мужики посмеивались над ним? Если, может быть, она еще и вовсе не пришла туда? Мальчик вышел из подарки и дошел до парадной, озираясь по сторонам, не идет ли она, навстречу, сзади или по другой стороне улицы. Вошел в парадную. Теперь я ее не пропущу. Мальчик стыдился своего румянца и своих лет. И от мысли, что вот раскраснелся и совсем мальчишка, покраснел еще больше. Но она не приходила. Сначала ему казалось, что дверь откроется сию секунду. Он вздрогнув смотрел на дверь. Но это либо просто казалось, либо входил кто-либо другой. Не она. Тогда он подумал, что, может, она все-таки прошла мимо парадной и ждет подарка, пока он тут греется. Выбежал, добежал до арки, там никого не было. Тогда он подумал, что в этот момент она входит в парадную, и вот они разминулись. Он поспешил обратно. В парадной никого не было. Мальчик стоял в парадной за стеклянной дверью и смотрел на улицу на тот случай, если она пройдет мимо, писал Андрей Битов в своем рассказе «Дверь» в 1961 году. В наши дни, когда так велико внимание читателей к печатному слову, литературная критика должна заниматься не удовлетворением личных амбиций и сведением счетов, а глубоким диалектическим исследованием нашей многонациональной литературы и социальной жизни, сказал в интервью литературной газете первый секретарь Союза писателей СССР товарищ Карпов. Мы хотели бы задать вопрос Ларисе Шульман. Может ли критик в своей профессиональной деятельности отражать реальную действительность, или это является привилегией писателя? Критик — это тоже писатель. Вернее, некоторая его разновидность. Но кроме того, он еще и философ, и историк, и социолог. Писатель располагает материалом реальной действительности. И на этот счет существует такая, ну, довольно глупая теория Стендаля. Теория зеркала, отражающего дорогу. Но что касается меня, то я думаю, у критика есть даже ряд преимуществ по сравнению с писателем. Он может как непосредственно обращаться к действительности, к реалиям ее и проблемам, ну, так и пользоваться тем материалом, который преломляется в творчестве писателя. Поэтому, мне кажется, критик имеет больше возможностей, больше манеры, стилей, различных взглядов, точек зрения. Но и в конечном счете, я думаю, что и его задачи столь же многообразны, столь же интересны, как и у писателя, так же, как и вся его связь с жизнью. События и факты, отраженные в нашем фильме, целиком относятся к 1987 году и излагаются нами в строгой хронологической последовательности. Ну почему? Я после политчаса в 14:35 могу быть свободен. И что ты хочешь этим сказать? Ну давай завтра. А завтра у меня менструация начнется.
А кто она такая? Литературный критик. Откуда ты ее знаешь? А она у нас техникную лекцию про Шолохова читала. Я еще тогда вопрос задал. Давай, если узнает, я тогда отойду, а ты поболтаешь. Ну, давай. Фарид ждал Ларису Шульман около ее подъезда.
Кафе «Пицца», находящееся в этом же доме, было закрыто на ремонт в связи с подготовкой к 70-летию Октябрьской революции. Фарид задался целью выяснить у Ларисы, как у филолога, занимавшую его проблему. Как надо правильно говорить, пиццерия или пиццерия? Ты не знаешь, письмо до Барнаула сколько идет? Лариса, я тут ноготь содрала, а ты про письмо меня спрашиваешь? Yeah.
8 и 9 октября Фарид потратил на покупку мотоцикла, но знакомые его подвели, и мотоцикл ему не достался. В это время Лариса улетела в срочную командировку, и Фарид даже ничего не знал об этом. Лариса прилетела обратно в Москву. Мне просто приятельница позвонила и сказала, что этот фильм необходимо посмотреть. В командировке Лариса познакомилась с бурятскими писателями. У нее появилась идея организовать круглый стол и посвятить его литературам малых народов, особенно проблеме двуязычия. Фарид за это время поменял место работы. Thank you.
6 ноября, накануне праздника, Фарид не смог встретиться с Ларисой, так как был занят на дежурстве. Он сделал себе копии ключей от той квартиры, куда еще никогда не ходил вместе с Ларисой. Эта квартира стояла пустая и сохранялась за Ларисой в перспективе на будущее. Фарид предложил Ларисе устроить там завтра первое настоящее свидание. Лариса сказала, что если ей удастся не пойти на торжественное заседание в колонии зал Дома Союзов, то она придет. Главы делегаций стран-членов ООН, насчитывающие 159 государств, выступят с изложением взглядов своих правительств на наиболее животрепещущие проблемы современности. Для участия в общих прениях, которые продолжатся 3 недели, записались представители 154 государств. Накануне профессионального праздника машиностроителей я побывал во многих цехах производства объединения Сибкабель. Предприятие это одно из самых крупных в Томской области. Это шахтные кабели, кабели для экскаваторов, других машин, обочные провода, другая продукция, в которых остро нуждается народное хозяйство. К сожалению, дела на предприятии идут далеко не так, как хотелось бы. Только за август коллектив не допустил.
Наступила зима. В жизни Ларисы и Фарида произошло несколько важных событий. Лариса закончила основную часть своей кандидатской диссертации. Кроме того, в январе следующего 1988 года она ожидала выхода своей публикации в журнале «Новый мир». Подготовка этой публикации стала результатом ее большой работы, проделанной над дневниковыми записями северного писателя Бориса Шергина.
Никогда еще с тех пор, как Лариса оставила занятия фигурным катанием, ей не приходилось так много трудиться. Фарида осенью этого года должны были забрать в армию, так что значительную часть времени он проводил в районном военкомате. Военкомат находился неподалеку от того дома, где живет литературовед Бенедикт Сорнов. Медицинские свидетельства, имевшиеся у Фарида, оказались недостаточными, и он уже готовился к тому, что проведет 2 года на пунктах противовоздушной обороны в окрестностях Мурманска. Были сыграны проводы, и Фарид отправился на КПП. Там его подстригли, но в последний момент в армию не взяли. Он снова оформился на работу в караульную службу Большого зала консерватории, что возвратило ему возможность знакомства с классической музыкой. Фарид имел все основания полагать, что к следующему лету он сможет отличать на слух стили различных композиторов.
Между прочим, я давно уже догадалась. Да, она меня все спрашивала, почему я не брала с собой. Эта история произошла в 1987 году, полном странных, несуразных случайностей, сложившихся в трагическую закономерность, закономерность именно этого 87 года. В этом году люди, питавшие надежды, подвергались краху, а люди, внушившие надежды другим, оказывались несостоятельными. Люди, одаренные фантазией, совершали мелочные расчетливые поступки, а люди, склонные к сухому анализу, сходили с ума. Друзья становились неверны, а родители отказывались от детей. Люди в летах, окруженные почтением, ставили себя в смешное положение, а молодые просто умирали. Те, которые имели цель и двигались к ней, разочаровывались, те, которые много трудились, трудились зря. Но именно в этом 87-м году произошла история с этими двумя людьми, которые смогли поделиться друг с другом последним, что у них было.